Итак, давайте сейчас тогда поговорим с вами о самом главном. Я вот, ну, понял, как бы продиагностировал ситуацию и понял, с чего мы начинаем с вами. Первое, с чего вы должны начать, вы должны понять, что когда человек в подавленном состоянии находится, он должен сначала научиться наполняться. Это первое, что он должен сделать, научиться наполняться, потому что подавленное состояние означает, батарейки кончились. Вот, допустим, приведу вам пример, допустим, вы болеете. Вы думаете, мне, у меня нет нормального лечения, и поэтому я болею. Я врач с 25-летним стажем, причем я лечу не таблетками, я лечу теми методами, которые помогают. И я знаю их все эти методы. Я знаю точно, что если у человека батарейки разряжены, у него не хватает энергии природы, ни один метод не будет в полную силу работать. А если он работает, он истощается. И человеку вообще перестает помогать. Вот я, допустим, ношу камни. Меня спрашивают, какие камни у вас, Олег Геннадьевич, какие камни? Какая разница, у всех свои камни. Дело не в этом. Просто если я не буду делать пробежки, не буду поститься, не буду делать йогу, то эти камни перестанут действовать у меня на теле через 5 дней. Вот они перестанут мне помогать, потому что батарейки, которые дают здоровье мне, они истощатся. Вот все методы лечения, все травы, все, вот все, чтобы вы не, вас не использовали как лечение, все оно питается энергией природы. А энергию природы человек должен получать через аскезу. Вот когда человек непрерывно, длительно идет по улице, допустим, и желает всем счастья, в это время он получает те виды энергии природы, которые ему нужны для жизни. Понимаете? И надо идти достаточно долго, потому что, вот, допустим, если просто идти, надо идти где-то, ну, в среднем человеку от 2,5 до 3 часов, чтобы полностью батарейку зарядить. Или бежать 1,5 часа. Это будет еще глубже заряд. Но для того, чтобы бежать 1,5 часа, надо еще к этому прийти. Мне понадобилось 2,5 года, чтобы научиться бегать по 1,5 часа. И заряжать полностью всю батарейку. Понимаете? Я когда занимаюсь йогой 2,5 часа, я полностью заряжаю батарейку. И каждый день пощусь до обеда, ничего не ем, на воде сижу. Понимаете, эти три вида деятельности, они продлевают человеческую жизнь и делают человека очень сильным. Они заряжают психику человека. Вот и три это вида это деятельности. Не то, что ты прошла чуть-чуть, остановилась. Надо непрерывно идти, не останавливаясь. И поститься тоже непрерывно. Не то, чтобы постилась, поела, потом опять постила. Аскеза дает возможность человеку заряжаться, получать силы. Теперь слушайте дальше. То, что я сейчас вам скажу, это очень сложно, но это очень сильно. Вот смотрите, если кто-то молится, допустим, вы звук слушаете молитвы, просто слушайте звук молитвы. Вы молитесь как он, повторяйте молитву как он, в его настроении пытайтесь забыть про себя. Когда вы про себя забываете и помните о нем, то в это время ваша память контактирует не с вашей судьбой, а с чем контактирует память, там и движется судьба человеческая. Если вы контактируете с тем, кто молится, он в это время думает о Боге. Значит, вы тоже в это время, подключаясь к нему, думаете о Боге. И в это время вы сжигаете свою судьбу плохую. Но что значит сжигаете? Это в буквальном смысле слова означает, что она уменьшается. Я вам могу приводить целую лекцию, 1000 примеров из моей жизни, как мои друзья, и в том числе и вы, все из вас многие, побеждали свою судьбу с помощью молитв. Один раз, каждый раз в неделю, когда я дома, мы со своими помощниками 2 часа вместе молимся очень громко и включаем голос святого человека на всю катушку. И одна девушка, она всегда участвовала в этих молитвах и очень серьезно относилась к этому. Но в этот день она послушала просто мой настрой, я настраивал людей на молитву, она послушала и пошла по своим делам, взяла ребенка. И так подействовала ее судьба, что она в это время должна была ее убить. То есть две машины врезались, одна машина начала катиться,
И она шла вот рядом, то есть машина как бы навалилась на них и как бы покатилась вместе с ними. То есть и она, и ребенок попали в эту вот мясорубку. Вот и все, которые это видели, они подумали, что она погибла. У них не было сомнений. Но когда их вытащили из-под этой машины, то у нее был маленький ушиб, а у ребенка вообще никаких проблем. И она все время, когда она шла, она думала о настрое на молитву, думала о Боге. И в этот момент, когда машина полетела, она говорит, я была полностью защищена, у меня даже не было никаких волнений по поводу того, что происходит. Несколько раз вот так перевернулась, под машиной оказалась, вытащили, ничего нет. У меня таких примеров много очень, мои хорошие, очень много. Я точно знаю, что вы просто неправильно живете, и поэтому вы страдаете. У меня нет никаких сомнений в этом. И поэтому я вам рассказываю, начните сначала, продиагностируйте себя. Вы живете в будущем, в прошлом и в настоящем. Вот чем вы занимаетесь в течение дня? Если постоянно скорбите, значит в прошлом. Если вы думаете о том, как заработать деньги целый день, значит в будущем. А если вы любите природу, радуетесь всем, желаете всем счастья, читаете духовные книги, молитесь, и какое-то время в течение дня выполняете свои обязанности, работаете там и так далее, но при этом вы... Ну, не думайте, что это именно цель вашей жизни, что именно это вам поможет. То значит, вы живете в благости. И если вы живете в благости, ваша жизнь постепенно начнет улучшаться. Сначала вам самим станет легче, вы по-другому увидите этот мир. Сначала вы увидите, что все люди живут неправильно, как вот женщина сказала, и сильно удивитесь этому. Но не надо ничему удивляться, потому что так устроен этот мир. Большинство людей живут неправильно. Но если вы начнете жить как надо, у вас появятся люди, которые живут правильно. Вот здесь смотрите, женщина, вы абсолютно не правы. Вот то, что вы так ругались, вы не правы абсолютно. Знаете почему? Потому что я вот вижу вокруг себя только людей, которые живут правильно. Я приехал в этот город. Вы имеете свой опыт, а я имею свой. Вот я смотрю на этот город, вот вы для меня этот город, и вижу только тех людей, которые живут правильно. Ну только вот таких и все, больше вообще никаких не вижу. Так что зря вы так это... Ну смотря кто что видит, понимаете? Понимаете, вы видите тех, а я вижу этих. Потому что у меня другая судьба. Я вот куда ни приеду, только хороших людей вижу везде. Они все, Олег Геннадьевич! Только хорошие люди так могут себя вести, плохие так не будут себя вести. Только хорошие люди могут любить других, уважать старших, только радоваться, счастье испытывать. Только хорошие люди могут, плохие не могут. И эти люди, они будут меняться все лучше и лучше, у них жизнь будет, потому что они выбрали такой путь. Они хотят жить правильно, хотят быть счастливыми. И первое, что человек должен, когда он хочет, он должен получать знания, как жить. Он должен разобраться во всем. Давайте будем разбираться. Вот смотрите, когда ты, допустим, человек едет на природу, приехал на природу, разжег костер, пожарил шашлыки, наелся, включил телевизор, посмотрел, умотал. Он с природой сконтактировал? Нет. Почему? Потому что он не настроился правильно, чтобы сконтактировать с природой. Нужно другое сознание, нужно заставить себя, то есть надо приехать и заставить себя любить природу, то есть надо оторваться от себя. То есть надо, и самый лучший способ, это или двигаться там на природе, просто аскез совершать, или начать мусор убирать там, заботиться о лесе. Ну, два варианта выберите. Пришли в храм, один вариант, включитесь в службу, начните слушать песнопение там, или начните помогать, заботиться там, служить, что-то делать. И оба варианта сработают. Вы получите силу Бога в храме, и силу природы вы получите на природе. Но если вы сидите возле телевизора, вы ничего не получите. Или, допустим, третий вариант, вы хотите получить энергию людей, хорошо, получайте энергию любых людей. Помог приятелю устроиться на работу, отвел в театр, вечером в субботу под домом покормил.
пожилому человеку, объяснил туристам, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший. Все. Живите, кто вам мешает? Идите, совершайте подвиг на каждом шагу. Человек может жить. Я сегодня в ведическом храме читал лекцию, и мне принесли раздавать ящик апельсин. Я говорю, давайте лучше туда, на вечернюю лекцию людям, эти апельсины. Они сами купили, чтобы я раздал. Они говорят, да мы еще 5 ящиков купим, не волнуйтесь, раздайте эти здесь. Все потому, что человек хороший. Вот это называется жизнь, понимаете? Ну, то есть, допустим, в семейной жизни вы хотите быть счастливым. Хорошо, там тоже есть место тому же самому. Человеку мешает только его замкнутость на себе, мешает жить. Отдайте себя другим людям, простите близкому человеку. Понимаете? Простите, отдайте себя, заставьте себе жить. Уметь любить, уметь прощать и навсегда себя отдать, до конца себя отдать. Понимаете? То есть жить означает вот это. Оскорбить, печалиться, плакать — это не жизнь. Это разрушение своей судьбы. Не разрушайте свою судьбу.